Сегодня у нас на сборке Стелс 745 колес на промах самой маленькой ростовки. У него значительно короче вынос, чем у 19 ростовки, раза в два. В принципе, все остальное сейчас я тоже соберу и уже сразу расскажу, что было так, что было не так. Так, ну неделя прошла, продолжаем сборку. Значит, тормоза я настроил, ротора хорошие, ротора прямые, вообще все отлично. Надо немножко поднастроить тормоза. Шатуны я протянул чуть-чуть. Сейчас наконечник поставлю и займусь переключателями. Сейчас тоже немножко подрежу кончики, потому что тут ворсинки торчат во все стороны. Сделаю более аккуратно, потому что, видите, вот на этом ворсинку уходит внутрь и может тросик царапать. Сняли крышечку, протянули шатун. Шатун был недотянут, причем значительно. Крайние положения на переднем переключателе не настроены. Сейчас настраивал. Крайнее положение на заднем переключателе настроено хорошо, адекватно. Петух ровный, все стоит ровненько. Вот столько рубашки, вот столько, наверное, да, рубашки я сейчас отрезал, удалил. То есть тросику будет теперь легче ходить. И спереди у нас, смотрите, как будет впереди. Наверное, у нас рубашечка будет идти красиво. Не будет Абраму нигде задевать, ничего не будет протираться. В сравнении с тем, что было. Задний переключатель четенько настроился, вообще без проблем. На переднем переключателе вот такая головка. Просто ее сворачивает сразу на какое-то неглубокое посадочное место по шестигранник. И настроить пока не могу. Сейчас вот выкину эту хрень, поставлю нормальный. Все, велосипедик готов. Никаких у нас рубашек, тросиков не торчит. Все очень замечательно. Крылья и багажник. О, крылья и катафотики пока не ставлю, потому что, наверное, здесь будет и багажник, и крылья полноразмерные. Но это под клиента собирается.